друзья рыболовы, сегодня хотелось бы затронуть тему, которая хорошо известна всем рыбакам, но при этом ее некоторые нюансы остаются неизвестны для неопытного спиннингиста. Это оснащение силиконовых приманок. Самым стандартным и классическим оснащением силикона является обычная джиголовка. Джиголовка, крючок которой равен половине длины приманки, либо чуть меньше, если мы ловим судака, допустим. Но это, опять же, условности. Бывают разные виды джиголовок, от самого обыкновенного шарика. Далее идет джиголовка, очень удобная форма футбол, так называемый, которая вытянута эллипсом в бока, подобно мячу для американского футбола. За счет этого, ложась на дно, приманка не заваливается на бок. Она постоянно находится крючком вверх. Очень удобно. Я применял, мне нравится. Далее, так называемый сапожок. Форма головки сапожок сделана таким образом, чтобы он перескакивал всякие препятствия на дне. Будь это камни или какая-нибудь ветка. Не скажу, что он перепрыгивает абсолютно все и является панацеей от застревания в камнях. Нет. Но в большинстве случаев это действительно выручает. Есть такие экзотические, можно так сказать, варианты джиголовок, вот с лепестками, допустим, как вот это пони. Смысл ее в том, что лепесток, помимо того, что он добавляет визуального эффекта при колебаниях, он еще и добавляет шум и вибрацию, что немножко начинает напоминать спиннербейт. Очень полезная вещь, часто выручает, особенно при ловле окуня. Замечательная штука. Далее мы переходим вариантом оснащения так называемым шарнирным. Шарнирный вариант заключается в том, что груз подвижный. Он расположен на так называемом шарнире. За счет этого приманка, независимо от груза, не сковывая свои движения, больше играет. Это не всегда полезно, это не всегда обязательно, но все же в большинстве случаев это действительно очень удобно. Вариантов такого оснащения есть множество, начиная от обыкновенного одинарного крючка. Такими крючками пользуются часто спортсмены, они очень удобны. В отличие от двойника у него меньше зацепов, но опять же и в отличие от двойника у него больше сходов. Тут, скажем так, плюсы и минусы взвешивать не совсем благодарное дело. Вариантов самих грузов тоже бывает множество. Они бывают разборные, вот такие вот как это. Бывают неразборные, бывают обыкновенные, так называемые чебурашки в виде шара, разборной и неразборной. Но чаще все-таки рыболовы применяют разборные, потому как с ними удобнее. Груз можно менять намного быстрее. В случае с неразборным нужно постоянно пользоваться заводными кольцами. Это надежнее, согласен, чем скоба в разборном грузике. Но разборной грузик удобнее тем, что экономится много времени на замене его. Далее, после одинарного крючка, мы рассмотрим такой вариант, как офсетный крючок. Офсетный крючок — просто незаменимая вещь при ловле в коряжниках и прочих заросших местах, кувшинках и тому подобном. Он не позволяет приманке зацепиться, потому как жало крючка расположено либо вровень со спиной силикона, либо оно иногда даже загнано прям в нее, что опять же таки не мешает засечке. При атаке рыбы силикон выжимается, крючок встает открытым и появляется отличная возможность засечь рыбу. Единственный нюанс заключается в том, что крючок все-таки изначально не открыт, поэтому самозасечка происходит крайне-крайне редко. И момент принятия решения на подсечку здесь сокращается в разы. Но при ловле в коряжниках, либо заросших местах, все-таки замены офсетнику нет. Далее идет так называемый штопор. Штопор — это особенный вид грузила. Он вкручивается в силикон. Это грузик, на котором штопор из проволоки. Он вкручивается в силикон. Он изначально не оснащен крючком, как джиголовка.
Предназначен он для того, чтобы использовать тройник. От груза штопора до тройника делается поводок. Либо из стальной проволоки, либо из троса, либо из флюрокарбона. Тут уже на предпочтение рыбака, спорить о правильности здесь бессмысленно. И опять же, во-первых, рыбка приобретает более подвижность. Во-вторых, после подсечки рыба чаще всего вырывает крючок из спины силикона. Тем самым сама силиконка не разрывается. Чаще всего она остается целая, живая, и использовать ее можно больше раз. Очень хорошо использовать подобный монтаж при ловле на длинные приманки, черви или тому подобное. Тут можно в случае необходимости, если приманка слишком длинная, добавить еще один тройной крючок. И приманка все так же будет хорошо играть, изгибаться всем телом. Но при этом вариант засечки еще больше повышается. Но, к сожалению, вариант зацепа тоже. Но сейчас мы не об этом. Далее один из самых распространенных вариантов монтажа на шарнире – это двойник. Оснащается он несложно. Большинство рыболовов, которые с этим не сталкивались, крутят его, вертят, смотрят и думают, как же его сюда загнали, этот двойник-то. На самом деле это все очень просто. Засечка происходит просто замечательно. Зацепов происходит, конечно, естественно, больше. Но эффективность данного монтажа, допустим, в ловле щуки или судака, очень высокая эффективность. Теперь рассмотрим, как этот самый двойник оснастить для тех рыболовов, которые все-таки будут, увидя такую оснащенную приманку, крутить, смотреть и думать, как же это делается. Для этого нам понадобится, естественно, силикон. Двойной крючок, обязательно цевьё должно быть не спаяно. Крючок примеряется по длине силикона, ориентировочно, где должен выходить крючок. Мы примерили. И дальним крючком по направлению от себя пробиваем силикон в предположительном месте выхода крючков просто насквозь. Вот так. Далее проводим крючок полностью. Желательно проводить его в нижнюю часть силикона, потому как если проводить в верхнюю часть, будет вероятность того, что в районе спины он порвется. И цевьем просто-напросто продавливаем силикон, пробиваем его и выводим ушко двойника наружу. Поправляем, и получается вот такая вот готовая приманка. После этого, я думаю, ни для кого не секрет, как оснастить грузиком чебурашкой. Надеваем скобочку. Снова продеваем этот груз. Единственное, с одной поправочкой, у груза есть центр тяжести. Он внизу. Отверстие под скобу расположено немножечко выше центра грузика, за счет чего грузик не дает силикону перевернуться вверх ногами, крючками вниз. Грузики бывают шарообразные, бывают такие некие, которые называют проходимцы или не зацепляйте, не принципиально как называть, потому что у него, как и у джиг-головки сапожок, форма, которая позволяет в большем случае перескакивать через камни и другие подводные препятствия. Это основные варианты оснащения силиконовых приманок. Это далеко не все, естественно. Все показывать очень долго, да и не каждому рыбаку это нужно. Отдельно хочется сказать о силиконе, который я сегодня оснащал. Это реплика на силикон Pantoon 21 Avaruna от компании Casadaca. Очень качественная резина, имеет хороший устойчивый запах, пропитана всеми необходимыми добавками для того, чтобы по праву называться съедобной. В этом году очень неплохо проверена ловля щуки и судака. Также садился крупный окунь, но это как бы прилов, его учет мы не берем.
Удобная форма для офсетных крючков. Хорошо пробивается двойниками. На джиголовке показывает хорошую игру хвостом. Рекомендую попробовать любителям ловли судака и щуки. А в мелких размерах 75 мм очень неплохо отрабатывает и по крупному окуню. Данный силикон вы можете найти у нас на сайте, либо связаться с нами через социальные сети. И помните, с дедом Щукарем 100% успех.